Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста «Frontend Weekend» и его бессменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у меня в гостях Всеволод Родионов, глава фронтенда Яндекс.Музыки, соответственно, в компании Яндекс. Всеволод, привет! Привет! Первый мой вопрос, обычный абсолютно. Как ты думаешь, чем ты можешь быть известен моей аудитории? Я скажу, наверное, так. Скорее всего, эту заслугу никто, наверное, не знает, но я был первым человеком, который перевел Airbnb Style Guide на русский, как минимум. Ну, я думаю, теперь они знают. Да? Да, это было сделано для моей первой компании. Это все было сделано в репозитории, естественно, моей компании, но с тех пор, по-моему, Airbnb Style Guide покатился по России. Еще успел приложить руку к SPF Frontend, к Holy.js, успел повыступать про разные связанные с этим всем темы. Выступал как раз-таки даже на Holy.js, правда, не в самом главном зале и даже не в первые годы ее появления. Ты как раз очень хороший пример человека. Вот как я, когда выступал на Bit.js саммите, я говорил о том, что на самом деле очень здорово было бы готовиться к новым гостям просто по их резюме. И тут я как раз наткнулся на твой LinkedIn, ну потому что, насколько я смог вычитать в Фейсбуке и в Твиттере, ты там осознанно в начале этого года искал работу. Да. У тебя максимально подробный LinkedIn, насколько только можно его составить. Хотелось бы поговорить, в принципе, как мы обычно делаем, про твой путь. И путь лично мне очень интересен в том плане, что ты, насколько я понял, действительно заканчивал... Макаровку. Да, Макаровку. Вот. И ты вообще по образованию, ну, мореплаватель. Я не знаю, да, как это будущий правильно назвать. Капитан. А расскажи, пожалуйста, как, в принципе, вот это в итоге преобразовалось в увлечение разработкой? Ну, у меня история, наверное, более странная, чем у Димы Королёва, который тебе недавно был и рассказывал про медицину. Я в пятом поколении уже учусь в Макаровке как раз. В пятом поколении, причем по обоим родительским линиям, там, в одном третьем, в другом пятом поколении. Такая семейная, видимо, традиция. На самом деле, на меня родители не давили, я сам выбрал. Но выбрал по очень простой причине. Я еще в школе пытался интересоваться компьютерами и всем таким. И внезапно понял, что мне очень страшно, что я стану таким классическим ботаником в очочках за клавиатурой и мышкой без личной жизни. И такой, что бы сделать такое, чтобы не стать ботаником? А пойду-ка я в море. Я был уверен, что на самом деле отучусь и, может быть, даже после второго курса переведусь в наш питерский ИТМО на как раз-таки инженера-айтишника. Потом начал думать, что хорошо бы было как-то это сменить. Потом курсы на четвертом начал думать, а в принципе-то не так уж и плохо. Но почему-то последняя практика в море меня добила, и я понял, что не хочу этим заниматься. Точнее, прямо перед ней. У меня очень кривой, но очень связанный путь в единое целое. Потому что где-то курсы на втором я увлекся стартапами разными. Ходил на все эти мероприятия и думал, что я что-нибудь свое сделаю. Умудрился даже найти идею и деньги на проект. Мне вложили, в мой проект вложили, когда я еще был студентом, 2 миллиона рублей. Это был проект про авторское право. Я нашел одну очень интересную коллизию в нашем законодательстве. У нас были отдельные специальные ключики электронной подписи, которые позволяли проставлять метку времени. Это был аналог такой дешевый нотариат онлайновый. Можно было этим спокойно пользоваться. Сделали на этом сервис, а потом из-за того, что я думал, что ну я сделаю, и люди сами пойдут, это все развалилось. Потому что я пришел к инвестору и говорю, что ну вот мы сделали, а что-то не идет, наверное, надо маркетинг. Он сказал, что не, я больше не буду в это все вкладываться, и оно просто развалилось. Это которое it is mine. Да-да-да. Оно самое. Вот идея была классная. Сейчас, я, насколько знаю, подобные вещи делаются в Америке и на блокчейне, но кто же знал тогда, что так надо делать? И в том числе на одном из мероприятий по презентации этого сервиса, на сколько хватило маркетингового бюджета, был Миша Кечинов. Миша Кечинов — это владелец одной из больших студий в Питере. Он делал парочку стартапов, он активный участник был тогда питерской айтишной тусовки. Сейчас, как не знаю, честно говоря, потому что не сильно его видел отсвечивающим в айтишной тусовке как раз. Он больше в стартапы, в бизнес ушел, кажется. И спустя пару лет после It Is Mine как раз я думаю, что хочу я, наверное, все-таки войти. Просто вот понимаю, что меня ломает, я не хочу в море, не хочу по полгода проводить, занимаясь рутиной. А подожди, вот тут важно остановиться, сколько раз и сколько всего времени ты провел в море за свою жизнь? Почти год. У меня была
практика после второго курса полгода на паруснике, когда мы колесили по всей Европе. Была практика на танкере, где я в первый раз побывал в Америке и в Канаде. И потом последняя практика, перед которой я как раз понял, что нет, больше не хочу, была на банановозе до Эквадора. Что такое банановоз? Натуральный банановоз. Это огромный холодильник, который плавает и возит бананы. Ты им управлял? Нет, ну, я стоял у штурвала, конечно, там, но управлять, естественно, не управлял. Ты, ну вот сейчас дай тебе лодку, ты сможешь ее управлять? Вот банановоз, опять же. Технически смогу, формально, юридически не смогу, потому что надо было набрать как раз целый год, а я этого не сделал. А, то есть тебе меньше года? Да-да-да. А там работает так, что если у тебя есть год практики, то ты потом приходишь, да, и тебе выдают корочку? Ну, в общем, да, потому что там система такая, что чтобы ты мог становиться как раз третьим помощником, четвертым и так далее, точнее, наоборот, четвертым, третьим, вторым и так далее, тебе надо либо набить 3 года живой практики, либо год живой практики и получить высшее образование по направлению. Перед последней практикой, когда уже начал писать диплом, понял, что не хочу этим всем заниматься, пишу Мише Кечинову, что хочу к тебе. Он говорит, ну ладно, у нас тут есть Ruby, у нас тут есть .NET, а нет, а на PHP какой-то фреймворк был, Zend. Вот, выучишь что-нибудь из этого, приходи на собеседование. Я накачал перед последней практикой книг, накачал себе все, что надо для обучения, отправился в море без интернета, за 1,5 месяца вроде как кое-как выучил Ruby, возвращаюсь и проваливаю собеседование, потому что я тогда не знал, что демоны на Ruby под Windows не запускаются. А как это тебе помешало? В том плане, что тебе это задали или тебе попросили запустить? Мне это задали и попросили запустить. А это был скринкаст, и мне сказали, ну ладно, раз не знаешь, приходи потом как-нибудь. Я загрустил, несколько месяцев думал, что же мне делать теперь. И моя хорошая знакомая тогдашняя пишет мне, что я делаю интернет-магазин, помоги мне, пожалуйста, давай что-нибудь придумаем. Я с ней сижу пару часов, мы раскидываем, как это все надо сделать. Понятно, что не я сам потом делал, потому что просто она совет спросила. И она говорит, блин, у тебя так хорошо получилось все разложить. У меня есть классные ребята, очень классные, только у них вот не получилось мне объяснить, что мне надо, а у тебя получилось. Давайте я с ними познакомлю, им как раз нужны люди. Я радостно прыгаю, думаю, что я, наверное, сейчас стану каким-нибудь там проектом или проектным менеджером, что-нибудь такое классное. Воодушевленный прихожу на собеседование, ну, тоже в Skype, и мне говорят, что нам нужны программисты на JavaScript. Но мне их так разрекламировали, что это классные ребята, которые работают с Coca-Cola, с Mini Cooper и так далее, что супер-супер-супер, будешь потом гордиться и хвастаться, что я говорю, ребят, ну ладно, дайте мне хоть выходные на тестовое задание, сажусь вечером пятницы и беспробудно учу JavaScript, делаю тестовое задание в понедельник утром, отгружаю им, через пару дней получаю ответ, ну ладно, черт с тобой, приходи, остальные еще хуже. А это, я правильно понимаю, что это то самое место, где у тебя написано, что ты потом заменил их текущего сетевого? Да. А вот как в итоге ты из джуниор JavaScript-разработчика дорос до такого? Вот так. Что ты делал? Я ничего специально не делал, я пришел, а там оказалось всего 2 человека, это генеральный директор и технический директор. Я помню до сих пор этот момент, это было 20 октября 2012 года. Я прихожу в небольшую квартирку, в которой, собственно, сделали офис в центре Петербурга. Захожу, в одном углу комнаты небольшой паренек весь в черном махает нунчаками, в другой сидит грустный человек за ноутбуком с бутылкой почти пустой текилы и что-то ходит. Это и были CTO. Да. С нунчаками был генеральный, а за ноутбуком был технический. Мы потом разрослись человек до 7 или 8, но... И все ходили с нунчаками. Нет, но тема с ниндзями там была активная. Генеральный директор грезил, что у нас как раз-таки вот то самое агентство, где все безумно. У нас был даже в какой-то момент мини-гольф в офисе, и в двери есть, если ее не поменяли, новый арендодатель, до сих пор есть дырка от того, как я в нее случайно попал мячиком для гольфа. Реально атмосфера такая была. Там не только гольф был, я уже просто все не помню. Мы потом переехали еще в мансарду на... тоже в центре Питера, очень красивую, с огромными панорамными окнами. Было реально красиво. Вот как с картинки такая диджитал-студия. Но, тем не менее, я оставался протеже технического директора. Потом появлялись люди, я примерно ими как-то управлял кое-как, не то чтобы хорошо. И спустя 8 месяцев мы все приходим на работу в понедельник, и там записка на столе технического директора. Вы меня все достали, я уехал в Самару. Так. И он реально уехал в Самару и больше не возвращался. А он из Самары? Да. На меня посмотрел генеральный и говорит, ну, ладно, будешь за него, раз он тебе все это доверял и так. И я вот был за него. Вроде не развалилось. А ты вот потом уехал оттуда куда? Потом Самару я... ты не уезжал, насколько Нет, я не уезжал оттуда никуда. Оттуда я уехал не очень удачно в отпуск, вернулся и из-за этого уволился.
История была такая, что ну, там было много классных проектов разных мелких. Это как раз-таки я делал для Мини Купера. Я помню, что первый мой самый проект был для Липтона. У нас тогда еще и с бэкэндом были проблемы, потому что как раз этот технический директор по совместительству PHP-разработчик был занят другим проектом, и просто мы не успевали ничего. Мне говорят, ну, ты хоть что-то умеешь? На Руби что-то учился. Ну ладно, делай на Руби хоть как-нибудь. Я думал, мне было стыдно, когда это все запускались в продакшн. Когда запускали в продакшн, но нет. Мне стало стыдно, когда я узнал, что это потом еще 2 раза запускали, через год и через 2. Потому что потом я уже понимал, насколько это было плохо, но это как-то работало и запустилось. И мы замахнулись как раз спустя год на большой проект. Мы нашли заказчиков, это был проект с видеопорталом, и произошла некая нелепая ситуация. У нас не было тогда вообще админов, поэтому я сразу договорился с заказчиком, что админы на их стороне, чтобы у них их сервера, а мы просто занимаемся разработкой. У них была кнопка перекатить с нашего сервера для демонстрации на продакшн, который, собственно, нажимал их админ, и все в команде об этом знали, у всех было все хорошо. Я уезжаю в отпуск так, что у меня нет связи вообще. Ну, то есть там какой-то один день была, потом она просто прекратилась, потому что и мне не надо было, и условия были такие. А где ты был? Где-то на скалы ездил. Ясно, не на Вот. лодке, я Да, понял. не на лодке. Возвращаюсь и вижу, как все бегают, рвут и мечут. Оказалось, генеральный директор связался с заказчиком зачем-то, он вообще не влезал в этот проект практически. Он сказал, что у нас вот, смотрите, новая версия. Ему говорят, ну, окей, покатили. Он говорит, да, покатили, и начинает выяснять, как это все делается и так далее, понимает, что у нас ничего из этого нет, он не может найти никаких концов, сам не спрашивает, потому что, не знаю, самомнение, либо что-то еще. И, в общем, я возвращаюсь, а он, из-за того, что ему неудобно было сказать о том, что он не знает, как катить, порвал контракт с ними. Я не знаю, как так вышло. У меня был с ним на эту тему тяжелый разговор, но, в общем, после этого невозможно было работать вместе, и я оттуда ушел. Понял, что мне не хватает опыта с бэкэндом, поработал какое-то время на разных проектах, работал именно как бэкэнд-разработчик, делал достаточно высоконагруженный сервер на ноде, делал приложение для хрома, делал еще что-то по мелочи, ну, в общем, какие-то небольшие проектики делал. Потом меня заманили в Grid Dynamics предложение поехать в Америку. Там я, кстати, познакомился с Колей Матвиенко, и это было крайне приятное знакомство. Мне очень льстит, что он мне какой-то момент сказал, что я его сподвиг на то, чтобы он начал выступать. Он очень крутой спикер, я считаю. Он очень круто раскачался, прям замечательно вещает, и Чаще весь... тебя выступал на Да, Node.js. я честно скажу, я испытываю некую гордость за то, что я как-то к этому был причастен. Так, Америка. Да. Здорово. Где ты был в Америке и А как вообще только Grid Сан-Франциско, на Dynamics? самом деле, и Бэйри. Я там пробыл, на самом деле, недолго, суммарно месяца 3, 2 раза ездил. И в целом могу сказать, что очень понравилось, очень круто, это классный опыт. Если кто-то хочет попробовать, то, наверное, я могу посоветовать действительно Grid Dynamics для этого. Тем более, в принципе, компания неплохая. Но на первом из проектов в Grid Dynamics у меня случился эпичный косяк, наверное, я не знаю, как это сказать. Я прихожу, мне говорят, что ну вот у нас есть такой-то Node.js сервер тоже, надо с ним что-то сделать. А я тогда пришел, уже начал позиционировать себя для них как специалист по перформансу, потому что вроде начал это понимать. Мне говорят, надо сделать, чтобы он работал быстрее, хорошо и так далее. Прихожу, там действительно под 100% ЦПУ загрузка, его, казалось бы, надо балансировать, оказалось, нет. Надо было радикально упростить, как мне казалось тогда. Я спустя 3 месяца прихожу к моему менеджеру со стороны компании, говорю, а я сделал. В смысле сделал? Ну, все сделал, оно работает. Много по мелочи упрощал, чтобы можно было нормально работать, и просто я понимаю, что я сделал все, что только мог на этой части. И через пару дней выясняется, что я немножечко дурак, потому что у ребят была конкретная задача. Они потихонечку хотели заменить команду на свою, потому что там был другой аутсорсер, который поставлял людей, и хотелось... Как я понимаю, я не готов сказать, что это так и было, но у меня есть интуитивное ощущение, что сверху от компании-заказчика тоже было желание заменить разработчиков на наших, потому что разработчики от другого поставщика не справлялись. А я молодец такой взял и решил свою зону ответственности и больше стал не нужен. Получилось неловко. И ты оттуда ушел после этого. Нет, я сделал еще один небольшой проект. Это был уже опыт такой тимлидства скорее. Там было несколько буквально человек, но тем не менее это был, наверное, первый опыт назначенного тимлидства, а не как в Попроке, где от безысходности было. Да, немножечко поконсультировал другие проекты и ушел, потому что, ну, чувствовал, что мне не очень нравится работать с ритейлом, где
все, что делается, делается для того, чтобы побольше заработать на человеке. Начал думать, чего же я хочу, и меня в этот момент зацепил ЕПАМ своим предложением, что приходи делать биотех, спасать людей и делать жизнь лучше, лечить от рака. Я, правда, пришел, делал там в том числе браузер генома, которым пользуются онкологи, делал еще ряд вещей для генома. Было довольно прикольно, там как раз успел и перформансом заниматься, и внутренний консалтинг сделать. В том числе оказалось, что у меня есть очень странный навык. Я каким-то образом обнаруживаю неформальные социальные связи по коду. То есть видно, что там у человека, допустим, повышенная тревожность, потому что он делает несколько проверок разом. То есть передает свою одну функцию проверку, он проверяет на нее тип, потом следующую, следующую, следующую. И потом внезапно я говорю, что вот я вижу, что коммит разработчика такого-то, они выглядят так, как будто человеку тревожно. Посмотрите, что с ним не так. Может быть, с ним действительно что-то не так. И с ним действительно оказывается что-то не так, его надо в отпуск отправлять было. Или внезапно выяснилось, что там какой-то Java-разработчик третирует фронтендеров, потому что просто увидел Java-стиль насильный в коде, что человек видно, что он не хотел этого делать, но сделал. Это очень странный навык, я его больше ни у кого не видел. Ваша бесполезная суперспособность. То есть ты гадаешь по коду? Ну вот можно так сказать, да. Покажи мне твой код, и я скажу, что тебя тревожит. Иногда так. Окей, хорошо. Вот, я не знаю, как это работает, я не уверен, что это не мое личное безумие, но это пару раз уже срабатывало, и это подтверждалось. Так, ЕПАМ был где? В Питере? Да, все в Питере было. Ага. То есть ты вернулся из Америки в Питер, ты, по сути, в Grid Dynamics, я так понимаю, сделал два проекта и просто сам ушел? Да. Ага. Я честно сказал, что, ребят, я вот не хочу заниматься коммерцией, мне хочется чего-то вот высокого, но высокое заказное оказалось тоже, на мой вкус, видимо, не то, что я хотел. Меня дальше заманил мой хороший тогда друг на свой нынешний проект. Ну, то есть он просто видел, что ну, просто устал. Он меня долбил этим, не знаю, полгода, год, что приходи к нам, приходи к нам, приходи к нам. Я согласился, пошел в его крипту. Ну, давай называть вещи своими именами. Я знаю, что многие говорят, что фу, криптовалюты, фу, прочее. Но мне тогда хотелось сделать проект с нуля. Он прям вот умудрился надавить наконец-то спустя все это время на нужный рычажок, и я согласился. Я как раз тогда очень сильно устал от того, что у нас какие-то проблемы были с релизом с очередным, что мы не могли выкатиться, и что вот стартап, делать быстро, быстрые релизы, agile, сразу слушать пользователей, и мне как-то прям легло на душу. Не могу сказать, что это было легко, это был очень крутой опыт, это был очень ценный опыт, но поскольку это был опыт в духе не работайте с друзьями, я до сих пор, и он тоже до сих пор, мы оба чиним нашу дружбу, которая от этого сломалась, но опыт был крутой. А смотри, вот у тебя, согласно LinkedIn, ты в 16 году вернулся в Питер, пришел в ЕПАМ, и там вот есть 17 год, где указано, как будто ты одновременно работал в этом стартапе и в ЕПАМе. Так и было? Да. Ну, я не мог просто бросить проект. Я прихожу, говорю, ребят, вот я ухожу, я не могу просто дальше, давайте как-нибудь придумаем. Я готов на полставки. Я реально работал там на полставке несколько месяцев, но это скорее исключение из правил было. То есть я физически работал часов по 12, 4 часа в ЕПАМе и 8 часов как раз в этой компании. Немножечко ожил на Новый год, и после Нового года как раз ушел из ЕПАМа окончательно. И при этом ты в какой момент ушел из стартапа? Потому что в стартапе... Из стартапа я ушел в... Ну вот в этом году, получается, где-то в феврале, наверное. Или в марте. Я вот честно здесь не помню уже. То есть сейчас ты уже с этим стартапом не связан, уже просто чинишь дружбу с своим... Да-да-да. Ну, я недавно забегал к ним в гости, понял, что мне не очень комфортно находиться в этом здании, но к ребятам я испытываю глубокую симпатию, потому что они очень круто вправили мозги в плане, допустим, того, что я наконец-то понял, что есть такой DevOps настоящий. Окей, хорошо. Ну, то есть у меня ощущение, что мы там стреляли из пушки по воробьям, но было круто. Соответственно, сейчас, я так понимаю, несколько месяцев назад тебя перевезла Яндекс.Музыка в Москву. Да. Вопрос первый. Ты за свою карьеру, кажется, довольно легко мотался между городами, странами и так далее. Насколько тебе в целом это легко дается, потому что для тебя, кажется, судя по тому, как ты говоришь, не было проблемы в том, что ну, я поеду в Grid Dynamics в Америке поработаю, тут я вернусь в Питер, а сейчас я поеду в Москву. Сложно сказать, потому что для меня тогда всегда это ощущалось как какая-то поездка, какая-то командировка. Ну, как у меня была до этого ментальность реально, вот, видимо, моряка, что можно свалить куда-нибудь на 4 месяца, потом вернуться домой. Сейчас я понял, что у меня вот это вот домой пропало и переехало сюда физически в Москву, и это тяжело дается, на самом деле, гораздо более тяжело, чем смена работы, смена квартиры в пределах Питера, например, чем смена компании. Просто вот действительно физически тяжело, потому что
приходится заводить новых друзей с пониманием того, что окей, есть старые друзья, я к ним с удовольствием езжу в гости, но мой дом теперь здесь. Это просто по-другому совершенно ощущается. Ага, то есть если это просто разное, то есть если в случае Америки ты заранее понимал, что это командировка, и ты не Да. планировал там оставаться, то в Москву ты именно себя ломаешь и пытаешься поменять, что это дом твой. Да. То есть, Все, может быть, понятно. это на время, не знаю, может, на пару лет, но тем не менее. Все равно приходится менять восприятие и понимать, что это все. Пока что это твой дом. А просто свалить на 4 месяца, потом вернуться к старым друзьям, ну почему нет? Не, ну опять же, ты же заранее не знал, что ты на 4 месяца свалишь. Ну нет, я знал, потому что мне говорили, что, во-первых, у меня было ограничение максимум 6 месяцев, потому что дальше определенные особенности нашего законодательства идут. Во-вторых, Они не были заинтересованы в том, чтобы тебя оставить на дольшее время. нет, там можно было остаться на дольшее время, но, опять же, по нашему законодательству и по требованиям визовым, надо сначала отработать год в России, в нашем случае, чтобы потом можно было приехать полноценно в Америку. А так, ну, мне сказали, месяца на три примерно, если что, можно продлить, не продлить, но это зависит от твоего выбора. Для меня это было просто опцией. По поводу прихода в Яндекс.Музыку. У тебя довольно обширная карьера, и для меня она наиболее загадочна в том месте, что ты, кажется, делал очень много всего в разных местах разного. То есть ты там тут был больше, читал Руби, пока был в поездке, занимался JavaScript-ом, где-то постоянно ты там что-то еще в какого-то девопса тебе относило. Вот как ты в итоге пришел к тому, что окей, ладно, я это все как бы соберу в кучу, буду тем лидом? Или это не так работает? Хороший вопрос, на самом деле. Не знаю, как это работает. В Яндекс.Музыке конкретно у меня есть четкое ощущение, что сошлось вообще все практически, что у меня копилось все эти годы, оно как будто сошлось в одну точку. То есть у меня был действительно опыт какой-то именно DevOps, а у нас реально... Я очень был удивлен, когда узнал, что у нас действительно есть практика того, что все разработчики являются DevOps'ами здесь. Именно в Яндекс.Музыке. Да. У меня был интересный, достаточно странный опыт с нейронными сетями, с машин-лернингом, и это мне дает возможность общаться с нашими ребятами из рекомендательной системы на одном языке. У меня был опыт с продуктовой разработки как раз вот этого дедмайна, и это дает мне возможность хоть как-то, не идеально, но все-таки общаться с продуктами, с пониманием того, где там, почему мы делаем те или иные вещи. Ощущение, как будто пазл немножечко сложился. Ну, Это то есть ты очень... прям попал туда, куда нужно. Да. А что из себя представляет вот этот вот главный по фронтенду? То есть, да, окей, я, тебе разные знания помогают общаться с разными людьми, но при этом ты, по сути, все еще программируешь или... Да, я все еще разрабатываю. Есть недели, где я практически не притрагиваюсь к компьютеру. Ну, окей, почту смотрю, захожу по задачам и так далее. Есть недели, где практически все время пишу код. Но в целом я, наверное, как раз-таки тот человек, который должен делать самые такие сложные задачи, либо объяснять остальным, как их делать. Я пока еще не могу сказать, что я этим полноценно занимаюсь, потому что пока еще вхожу в эту роль. Что-то я до сих пор не понимаю на нашем проекте, что-то пытаюсь понять, но потихонечку, потихонечку я надеюсь, что я двигаюсь к этому. Когда я пробегался по всем твоим соцсетям, пытаясь подготовиться к данному интервью, везде я видел, что ты себя называешь JavaScript Шалун. Откуда это пошло? Зачем это надо? И почему оно до сих пор не отмерло? Оно появилось не так давно, на самом деле. Оно появилось на предыдущем BGS саммите. Я в Ага. какой-то момент начал перебирать, как бы себя назвать, потому что я понял, что мне очень сложно объяснить, чем я занимаюсь. Я тогда как раз-таки был условно главным по фронтенду в том стартапе и частично руководил другими людьми, частично нет, потому что прибегал как раз-таки мой друг и тоже начинал ими руководить. И я понял, что самое адекватное объяснение, что я человек, который делает все, что связано с JavaScript, и делаю всякие странные вещи в основном. С учетом того, что я выступал вообще про математику, про разные интересные метрики, я понял, что, наверное, правильно назвать как-нибудь смешно, потому что я какие-то сложные вещи объясняю и пытаюсь донести мысль, что я говорю что-то простое. И как-то перебирая, перебирая, так, смотрю, один JavaScript Ninja, другой JavaScript Robocop, не знаю. Хотелось чего-нибудь более простого. На язык пришло слово шалун, и оно как-то прям хорошо легло. Понял, что это прям отлично объясняет то, чем я занимаюсь. Я просто не очень в теме вот с этими прозвищами, с той стороны, что я не очень понимаю, они как-то помогают, но в том плане, что вот если сказать в каком-нибудь сообществе JavaScript шалун, то люди поймут, что это еще тебе идет. Я не Они знаю. как-то прилипают или нет? Я не знаю, это мой эксперимент, получится или нет, посмотрим попозже. Может, через Хорошо. пару лет будет работать. Тут важный вопрос как раз, почему
тебя вот тянет делать эти странные вещи на JavaScript. То есть я вчитался в твой Twitter, и там ну, какие-то безумия, очень много всякого разного. Я много всего сам не понимаю, зачем ты вообще там те или иные вещи делаешь. В чем для тебя интерес? Смотри, я должен сказать, что у меня проблемы с алкоголем. И пью я в основном с разными странными людьми. Когда я пил с дата-сайентистами, я начал изучать нейронки и в итоге закончил тем, что побудил Казалу Хуана, это автор первой версии синаптика нейронных сетей на JS, начать делать вторую. Это, к сожалению, ничем не закончилось, потому что пришел Google и перевел свой TensorFlow на JS, и все такие, ну ладно, раз Google пришел, то что с этим делать? Но, тем не менее, это привело к тому, что я пришел и принес как раз-таки идеи с TensorFlow в синаптик. Ну, очень, на самом деле, обидно, что не выгорело, могло получиться очень круто. С остальными проектами, ну, мне просто было что-то интересное сделать. Я долгое время считал, что JS самый недооцененный язык, Брэндон Эйк, по-моему, сказал. И я искренне в это верил, что на нем можно делать больше. Я на нем делал как раз-таки... Я начал, поскольку в опроке с того, что делал разные странные вещи, еще в 2012 или 2013 году я экспериментировал с WebGL, у нас был реально продакшн-сайт на WebGL с 3D, и меня как-то потянуло делать разные... Вот вошел во вкус, наверное, и начал делать разные действительно странные вещи. Рассказывал про то, как писать шейдеры как раз-таки под WebGL, и привязывать их еще и к музыкальному API, чтобы рисовать какой-нибудь хитрый эквалайзер. Занимался как раз вот нейронками достаточно долго, потому что я внезапно понял, что есть огромное количество сложных объяснений того, как они работают, а простым языком, и тем более для джаваскриптеров на их языке, нету ничего. Поэтому я как раз и ездил, выступал, рассказывал и даже показывал демо, как это все работает. И сейчас, да сейчас я на самом деле ничем связанным с JS напрямую не занимаюсь. У меня есть моя история про математику, и, в общем-то, все. Ну, то есть сейчас я не могу сказать, что я делаю чего-то крутое отдельно на JS в качестве эксперимента. А до этого, ну, просто с кем повелся, от того и набрался разных идей, предположил на JS. Как в начале 20 века было с электродвигателем, что примени его к чему угодно, и все станет лучше. А как вот эти идеи приходят? Ну, то есть ты говоришь про проблемы с алкоголем, это... Просто, на самом деле, что много общаюсь с людьми, иногда с разными. То есть мне действительно интересно узнать, как те или иные вещи работают. И пошел на DataFest. Вместо того, чтобы пойти после него домой спать, я пошел с ребятами на автопати и как-то что... Да вот, Python лучше всех. Нет, на JS все то же самое можно делать. И как-то прям обидно стало и решил исправить. Обида за родину какая-то, видимо, берет, не знаю. Я еще нашел у тебя, что ты являешься учителем во многих корпоративных университетах. Да, я выступал в качестве учителя и в Grid Dynamics, и в EPUM. Не знаю, может быть, в Яндексе тоже буду что-то преподавать. А вот, ну, ты именно преподаешь там JavaScript или тоже разное? Все, что связано с JavaScript, но это не всегда напрямую. То есть, может быть, допустим, оптимизация работы DOM. Вот такие вот вещи, связанные с этим. Ну, это именно какие-то внутренние истории, да? То есть да, ты... это внутренние истории. Ну, просто я и там засветился преподавателем, и там засветился преподавателем 2 раза, но это значит множественное число, почему бы и не написать. Хотелось бы поговорить про сообщество. Вот, про сообщество поговорить, в каком разрезе, что в какие годы ты был в программном комитете HolyJS и почему-то оттуда ушел. Смотри, история такая. Начну с SPO фронтенда, чтобы было понятней. SPO фронтенд — это штука, которая началась в 2013 году. Ее собрали вообще братья Рыжиковы, которые из функционального программирования. Это все началось в одной кальянной. Ну, как кальянной, на самом деле это огромное было помещение а-ля лофт. Там проводили как раз конференцию по JS. Зарема в паре с братьями Рыжиковыми проводила ее. Они ей подсказали идею. Она меня как раз позвала туда спикером. Это было мое первое публичное выступление. А что за доклад-то был? Про веб-компоненты как концепцию. Я тогда считал, что это единственное вообще возможное будущее у веба, что надо строить из таких кирпичиков. И я искренне считал, что нативные компоненты выстрелят, но я ошибся. И ребята начали говорить в конце, что собрали всех-всех-всех участников, начали говорить, что, ребят, посмотрите, как клево. А не хотите вы сделать сообщество, которое будет заниматься такими конференциями, митапами? Вам же понравится. Зарема стала тогда основателем и на долгое время очень единоличным диктатором. И подключилась пара человек в организацию. Я ходил на все митапы, пытался как-то помогать и искренне верил, что я тоже в составе организаторов. Но когда спустя несколько лет, будучи в баре после митапа, Зарема встает и говорит: «Я предлагаю, давайте в ряды организаторов мы возьмем Сережу Лапина и Севу Родионова», мне стало очень стыдно. Потому что ты эти годы думал, что ты уже. Да. Ну, я каждый раз приходил, помогал, спрашивал, что надо делать. Я думал, что это и есть оно. Так. Но оказалось, что нет.
А ты в итоге спросил у Заремы, что она имела в виду и почему именно в этот момент она позвала? Ну, потому что, как оказалось потом, не хватало людей, что надо было, что мы хотели расширяться, можно было придумать новые форматы, еще что-то думать. Как раз тогда с моей подачи, по-моему, придумалась концепция круглых столов, которая долго просуществовала. Я в качестве как раз организатора придумал эти завтраки, на которые сам и перестал ходить. Сейчас их ведет в основном Донакт. Очень круто, я прям поражаюсь. Человек почти год, каждые 2 недели встает и идет на завтрак, чтобы все точно нашли, куда идти. Это очень круто, потому что я лично поленился и через полгода или чуть больше забросил. И в какой-то момент, через пару лет после этого, Зарема в общем чате организации СПО Фронтенда кидает клич, что я сейчас работаю в Джуге, и мы придумали, что я им закинул идею, что помимо Java есть еще разные языки, например, JavaScript. Давайте делать конференцию про JavaScript. Кто хочет со мной? Откликаюсь как раз я, как раз Сережа откликается, который со мной приняли. И мы начинаем общаться. Мы долго общаемся с джуговцами, придумываем формат, обсуждаем, как это вообще должно быть, что мы хотим сказать этим всем, куда проводить. Вообще конференция должна была изначально называться SaintJS, как петербургская конференция по JS. Но ребята из Джуга сказали, да ну, мы хотим еще и в Москву расширяться, давайте что-нибудь другое похожее придумаем. Вместо Saint стало Holy. Я до сих пор искренне убежден, что я помню, как Зарема сказала, что это я придумала, но она сама говорит, что ой, да я уже и не помню, наверное, мы все вместе к этому пришли. И поэтому я не могу однозначно утверждать, что это Зарема придумала формат и вообще конференцию, но я точно помню, как мы долгими вечерами обсуждали, как мы это все будем делать. И в нашем случае роль не заканчивалась, на самом деле, на программном комитете. Мы сделали первые 2 конференции, мы их по ощущениям выстрадали, потому что мы, в принципе, думали о том, о чем мы хотим сказать. Потом у Заремы начались личные трудности, она по своим причинам оттуда ушла. Сережа просто не захотел с кем-то из ребят взаимодействовать, а я тогда понял, что очень хочу себя самого продвигать, наверное, я не знаю, как это правильно сказать, что я насмотрелся на людей, которые выступают, мне тоже захотелось быть таким же, потому что у нас было негласное правило, что мы не берем себя, потому что иначе это будет выглядеть как, ну, конференция для нас самих, чтобы мы себя пиарили. Это почему-то всеми нами тремя воспринималось очень неэтичным. И если бы на самом деле я один уходил, я бы, наверное, еще остался как-нибудь, но поскольку все начали разбегаться, ну, если все с крыши прыгать пойдут, то я тоже, наверное, пойду. То есть справедливо будет сказать, что ты был у истоков Holy.js? Да. Ты эти времена вспоминаешь сейчас как? Ну, то есть тебе этого не хватает? Ну, то есть сейчас же ты таких конференций не организуешь? Что ты думаешь об этом? На самом деле я действительно вспоминаю с теплотой, потому что ребята из Джуга, Леша Федоров, Андрей Дмитриев, они прям замечательные, я их каждый раз рад видеть. И они, судя по всему, меня тоже рады видеть, потому что я внезапно недавно встречался с Лешей и прямо оба порадовали друг друга, было очень приятно. А в рамках чего? А просто случайно. Пообсуждали разные идеи, но в итоге просто разошлись, тут просто рады были друг друга видеть. И сейчас, на самом деле, работа программного комитета и вообще организатора конференции очень тяжелая. Я не представляю себе, как справляются ребята, допустим, которые в одиночку тянут. Вот есть, допустим, Харьков.js, который ведет Артем Захарченко и делает практически в одиночку. Я не представляю, как можно этот титанический труд вытащить на себе. Или Леша Натекин, который делает DataFest. Это чудовищный труд, и мое уважение им просто всем, это не знаю, кем надо быть. И это очень сильно выматывает, это очень сильно съедает личное время. Его практически не остается на несколько месяцев перед конференцией. Получается, ты живешь полгода из года. Поэтому было круто, но, наверное, еще раз пока не хочу. А вы же, я правильно понимаю, что тогда тоже делали это все абсолютно безвозмездно и да, чисто вот на энтузиазме? Ну, были какие-то обсуждения, что потом, когда конференция выйдет в прибыль, может быть, что-нибудь можно пообсуждать будет, но я не знаю, на самом деле, сейчас финансовые показатели у Холи, но можно и так понять, что на самом деле первые были убыточные. Ну, потому убыточные были. Да. Это вроде бы не секрет. Ребята тоже рассказывают, что они, когда начинают делать конференции, они делают их в убыток, потому что просто хотя бы собирают людей, чтобы понять, нравится, не нравится, потому что одна только аренда зала, она чудовищно дорого стоит. Или покормить людей в том же самом отеле – это достаточно дорогое удовольствие. У тебя указано, что ты в среднем делаешь 6-8 выступлений в год. Ну да, в этом году, наверное, поменьше будет, потому что первые полгода я просто искал работу и обустраивался на новом месте. Но в целом получается, да, что где-то там на митапах что-нибудь выступлю 2-3 раза, наверное, и там 2-3 раза оказываюсь на конференциях. Это динамика последние несколько лет происходит. Сколько это лет? После Холи как раз она, наверное, началась. На Холи я выступал на конференциях на открытии. Просто на остальное время не хватало и пытался помогать как-то с организацией, с ПФ-фронтенда.
Поэтому тогда просто было не до чего. И перед этим, по-моему, тоже несколько лет выступал, раза 3-4 в год было, наверное. Ну, то есть практически с самого начала, когда в 2013 году оказался вот на той самой конференции, я старался хотя бы несколько раз в год выступать, и динамика потихонечку нарастает. Я поискал, я смог найти у тебя примерно, мне кажется, 5-10 разных докладов. Да, Это я похоже на обычно... правду? Это похоже на правду, но часть из них точно есть, которая нигде не оказывалась. То есть я точно могу сказать, что в прошлом году, например, было мое выступление на FailConf по Data Science внезапно. Да, я могу сказать, что я выступал на конференции по Data Science, но, правда, просто про фейлы разные, программистские. Но сам факт. И она, допустим, не записывалась. Можно найти упоминание, это был полноценный доклад минут на 40 с 6 историями провала программиста, как не надо было делать, но нигде этого нету. Ну, опять же, того же биржи саммита тоже нигде нету и И так слава далее. богу. Биржа Саммит — это на самом деле очень крутой формат, и сами организаторы позиционируют его как место, где можно сказать то, что тебе хотелось бы сказать, а не то, что должно попасть на видео и что потом будет где-то выложено. Это место, где можно спокойно поговорить с аудиторией, как мне казалось. Я вот честно скажу, я выступил с темой, которая меня прям очень сильно болела. Я пока не написали, что вот мы опять начинаем, я не понял, насколько сильно она мне болела. А вот два биржа саммита было, ты на обоих Да. выступал. Буквально в двух словах, о чем ты на первом, о чем на втором? На первом я рассказывал про некие интересные зависимости между тем, что, как вообще строится код, и тем, что вообще в нем происходит. То есть, почему вообще MVC, MVP, MVVM паттерны делаются именно в три блока, и почему тот же самый Flux Redux, он тоже на самом деле в три блока делается. То есть, у тебя есть вьюхи, у тебя есть редюсеры, у тебя есть экшены. Это было просто история про аналитику. Я на самом деле с ней буду как раз этой осенью ездить на тот же самый 404 фест, например, поеду рассказывать уже полноценно, а не пятиминутку. И я вот чувствовал, что что-то не так идет, что у меня есть какая-то тема, которая может оказаться слишком сложной. Я на всякий случай взял с собой костюм Стича, вот этого шерстяной. Да, я видел. Да. И я чувствую, что, смотрю на все остальные доклады, что они шутливые, смешные, в общем, не грузящие совершенно. Я понимаю, что меня вообще не вписывается совершенно. Думаю, что ладно, черт с ним, я хотел в нем просто пойти пить, но буду выступать. Надеваю его, и внезапно оказывается, что я потом оказываюсь на половине фотографии. Как пример того, как вообще надо выступать на таких мероприятиях. Что-то безумное И сделать. ты приехал с ним же на второй. Да. Ну, как не приехать, если про тебя сделали стикер с ним? А как, откуда у тебя, в принципе, этот костюм Стича? А мне подарила девушка. Ага. То есть ты в нем не только на конференции ходишь, ты не специально под него его купил, Нет, как это сделал не под него. Сережа Попов? Я еще в нем на сноуборде катался. Вот. Но Сережа Попов, конечно, эпохально. Я считаю, что он меня точно затмил. Первым же докладом выйти надувным динозавром и сказать, что у меня лапки короткие, дотянуться микрофоном до рта, это было круто. Вообще, в чем цель у тебя вот этих вот 6-8 выступлений в год? Чего ты хочешь добиться вот этими всеми выступлениями? У меня на самом деле вот наконец-то появилась эта цель. До этого мне просто нравился сам процесс, мне нравилось общение со спикерами, потому что я пару раз походил на конференции просто как слушатель, и у меня сложилось ощущение, что ходить спикером гораздо круче, потому что ты общаешься с теми людьми, которые изначально настроены на общение. Почти все спикеры, как я вижу, экстраверты, и они хотят с тобой болтать, и это обалденно круто, потому что ты просто приходишь, закидываешь пару фраз, дальше видишь, как идет живое, классное общение. Ну и, конечно, как все смотрят на тебя, что ух ты, спикер, классно. Конечно, тешит самолюбие. И вот, собственно, сейчас я буду впервые, наверное, кататься с очень четкой целью. Я нашел очень сложную вещь, которую пытаюсь понять, которую сам до конца не понял. Если ты слышал, есть такие метрики Халстеда. Я дошел до истоков, я нашел как раз-таки оригинальные пейперы, в которых описывается, как это все делается. Я, кажется, понял, какую мысль пытался автор заложить, потому что у него были некие ограничения на того времени, у него не было first-class functions, поэтому он декомпозировал задачу оценки сложности программы на задачку оценки сложности отдельных функций и происходящего в них. И на самом деле это история про то, что у тебя есть граф того, как перетекают данные, и у тебя есть некая функция от того, сколько в этом графе ребер, сколько узлов. И это очень четко коррелирует с тем, насколько быстро можно писать код. И я понимаю, что я нашел что-то интересное, я нашел что-то, что до сих пор за несколько десятков лет до меня никто не нашел.
Я пытаюсь это осознать. Я могу рассказать некоторые вещи, но я сейчас просто буду пытаться найти единомышленников, чтобы вместе с ними пытаться это все раскопать. То есть ты занимаешься, на мой взгляд, очень увлекательной вещью, как пытаешься математически обосновать то, что еще математически не обосновывали до тебя. Я пытаюсь математически, да, наверное, обосновать то, что пытались обосновать до меня, но в свое время не хватило инструментария. То есть я сейчас для того, чтобы вывести какие-то вещи, использую какие-то методы статистики, использую какие-то приемы из именно машинного обучения, какие-то термины из машинного обучения, потому что штука с раскладыванием преобразований данных в граф и штука с тем, что программа — это на самом деле преобразование входящих данных в исходящие, очень красиво ложится друг на друга, и я просто вижу, что в 70-е не было достаточно подходящего мат-аппарата. Я не уверен, что я не нашел что-то безумное и что я не занимаюсь какой-то дичью, но очень надеюсь, что нет. А как тебе в этом помогают доклады? Ну вот сейчас я буду просто ездить и в конце каждого доклада говорить, что я продолжаю этим заниматься, пожалуйста, подключайтесь ко мне. То есть ты условно вот на 404 фесте про MAV-driven development будешь рассказывать, Да. и в конце ты скажешь про это. Да. Я понял, хорошо. Но до этого это просто интересно, это просто приятно и тешит самолюбие. В общем, если у вас комплексы, то приходите выступать, вам это понравится. У меня как раз я недавно выступал на Rolling Scopes с докладом про то, как я пытаюсь математически обосновать результаты опроса по софт-скиллам. Я как раз тоже сейчас на пороге того, чтобы меня взяли на HolyJS спикером. Для меня будет успех, что для человека, который никогда не считал себя, в принципе, талантливым программистом и как-то пробился к этому сбоку. Я точно так же не считаю себя талантливым программистом, я просто ковыряю то, что мне любопытно. Ну, слушай, ты ковыряешь это успешно, в том плане, что, мне кажется, это какой-то уже синдром самозванца, потому что, ну, очевидно, что если ты столько всего раскопал, и при этом у тебя в каждой из этих сфер какие-то есть успехи, то нельзя себя считать неталантливым программистом. Я просто не согласен с тем, мне кажется, что ты как раз пример человека, который талантливым программистом является. И круто, что ты не пошел водить судно, а в итоге оказался тут. Самое интересное, что по уровню зарплаты я примерно там же и болтаюсь. Ну, то есть я, ну, допустим, капитан дальнего плавания получает 10-15 тысяч долларов, но только за те месяцы, которые он в море, а так надо делить на два. Я бы сейчас был в районе второго помощника, может быть, старпома, это сколько там, от 4 до 9 тысяч долларов в месяц, пока в море. То есть делим на 2 и Ну, получаем. на два, на полтора где-то так, в зависимости от того, как работать, получаем, ну, вот, примерно зарплату хорошего фронтендера. 4,5 тысячи долларов в месяц – это зарплата хорошего фронтендера? Ну, это топовая зарплата хорошего фронтендера. Теперь, наверное, да, Ну, в смысле, я что с этим согласен. если есть компании, которые готовы столько платить фронтендерам. Я натыкался недавно, что там кого-то на 6 тысяч долларов нашли. Именно вот фронтендер-разработчика руками. А в Grid Dynamics сильно, ну, то есть за счет того, что это Америка, сильно больше платит? Там очень вкусные командировочные. То есть А. платили ту же самую российскую зарплату, но помимо этого платили командировочные, которые были прям классные. Именно за то, что ты находишься в Америке. Да. Ну, можно было находиться в Европе, получать столько же, но в Европе, по-моему, тогда не было проектов у компании. Опять же, все цифры, наверное, за этим стоит к HR-ам идти, но... Ну, я не пойду. Но в целом, да, ну я тоже не пойду, но в целом было вкусно. Так как мы, опять же, немножко затронули твою кораблеплавательскую профессию бывшую, были ли у тебя еще мысли у самого, куда пойти, кем еще стать, кроме, соответственно, программиста и мореплавателя? Не, ну я на самом деле правда хотелось как-то быть связанным с IT, но я честно не думал, что я стану программистом именно. Но в принципе сама идея того, что ты просто делаешь что-то руками на компьютере, тебе не надо для этого никаких ресурсов, мне всегда казалось очень классной. Окей, а у тебя нет сейчас некого чувства того, что ты жалеешь, что все-таки не доучился вот немножко, чтобы мог сам управлять судном? Потому что, ну, это же так очень здорово, если ты такой: я крутой программист, но я при этом могу взять, купить себе яхту и ездить на ней где-то. Для яхт нужны другие права. Я все хочу их получить. Это не очень сложно, это стоит, в зависимости от того, где и как, меньше 100 тысяч обычно. Ну, то есть, условно, в какую-нибудь Хорватию слетать на 2 недели, поплавать там как раз на яхточке, набить себе опыт. И все хочу сделать, но как-то руки не доходят. А вот эти вот большие права, скажем так, которые для управления грузовыми судами и так далее, они не подходят для яхточек вообще никак. Ну, то есть, во-первых, это не подходит для непосредственного руления, потому что это даже не права, это именно, что я могу отдавать приказы рулевому в том числе.
А быть одновременно и капитаном и рулевым я не особо могу. Во-вторых, у меня уже этот ценз, который набился, сгорел, потому что он там живет 5 лет, после этого его надо опять заново подтверждать. Опять надо идти в море на год, набивать это все. В общем, сейчас это уже настолько не актуально, но когда сгорал, на самом деле было обидно. Когда я просто понимал, что вот сейчас вот мои полгода на паруснике просто закончились, и больше я не могу их использовать. Окей, очень дилетантский вопрос. Я рулил только автомобилем. Сколько оборотов вправо, например, до конца, что дальше уже не поворачивается, когда ты рулишь огромным судном? Слушай, я не помню, честно. У Ну, то есть ты нас... крутишь, крутишь, и все, Я или как? помню, что у нас была немножечко другая система на танкере. У нас была такая ручечка, которая давала тебе сектор в 90 градусов, и она по центру была этого сектора, и можно было ее туда-сюда поворачивать. Но, по-моему, штурвал, который был на паруснике, он проворачивался оборотом на 3. Ты своих детей отдашь в Макаровку? Я вообще пугаюсь темы детей пока, я думаю о ней, но она меня несколько пугает, Ну окей, поэтому... если они будут, отдашь ли ты их в Макаровку? Ну потому что, не знаю, Я... задают ли тебе такой вопрос твои родители, что как же ты прервал династию? Нет, они не задают такого вопроса, но, наверное, я бы предложил как опцию, что было бы прикольно. Ну, то есть вообще, в целом, я правильно понимаю, что вот у нас так очень странно получается, последние выпуски идет сравнение каких-то абсолютно разных должностей, вот, что в целом быть капитаном дальнего плавания – это клевая профессия, и там можно нормально зарабатывать, и все здорово. Там можно нормально зарабатывать, но то, что я слышу сейчас от остальных ребят из выпуска, я не то что много общаюсь, но у меня осталось пара друзей, которыми я вижусь. И они все рассказывают, что ты уходишь в море, ты там проводишь несколько месяцев, потом ты возвращаешься, и ты не знаешь, чем себя занять на берегу. Те, у кого нет семьи, они просто тусят, веселятся, либо там, не знаю, откладывают на квартиру деньги и сидят, скучают побыстрее бы в море опять. Те, у кого семья, радостно проводят время с женой, с детьми, кто-то уже. Но то, что я слышу от более старших поколений, потому что у меня, я вижу с друзьями отца, которые тоже заканчивали Макаровку, то, что я от них слышу, то, что я слышу от их детей, что лучше бы папа был почаще дома. Поэтому я не могу сказать, что профессия моряка прям клевая. Она сытая, она спокойная. Ты загружаешь себе, не знаю, там, «Игру престолов» все сезоны, перед выходом в море возвращаешься, а там уже все пошутили про Джона Сноу, а ты просто посмотрел всю «Игру престолов» за эти 4 месяца, потому что тебе было особо нечего делать. Возвращаешься, проводишь на берегу месяца два, чувствуешь себя не на месте, уходишь обратно. Это, правда, сытая, спокойная жизнь, но не мое. Я давно не задал вопрос про никнеймы. Что такое Джабхер? Просто натыкал случайные буквы в какой-то момент, потом оказалось, что этот ник нигде не занят, я решил, что почему бы и нет. Про неприличное звучание мне об этом сказали года через 3, когда у меня уже было аккаунтов 40 или 50 везде, и я понял, что я, наверное, как-то с этим буду жить. Я понял. Все мои догадки про то, что это как Джаббер, Нет, как... это просто какой-то случайный набор символов, как мне показалось вначале. Я его не пытался произнести, и это было большой ошибкой. Зато тебя довольно удобно найти в Гугле по никнейму, потому что у тебя он реально везде одинаковый. Да, это я специально делал, чтобы было удобно. В каком сервисе ты слушаешь музыку? В Яндекс.Музыке. Назови три твоих любимых подборки в Яндекс.Музыке. Кстати, на самом деле про Яндекс.Музыку я начал ей пользоваться только когда перешел в Яндекс.Музыку, потому что, ну, неприлично чем-то другим. До этого пользовался Google Музыкой. Так. Я очень удивился. Я в основном пользуюсь либо персональным радио моим, ну, то есть оно настроено типа на мою волну, либо плейлистом меня, либо... Как же она называется-то? Тайник, вот. И Тайник — это треки, которые могли бы понравиться, но не факт. Такой более случайный поиск, по-моему. Недавно в чате музыки внутренний был вопрос, а как вообще Тайник работает? И один из ребят из службы машинного обучения говорит, никто не знает. На самом деле я действительно пользуюсь личными рекомендациями, плейлистом у меня, Тайником и радио в основном. Это просто для меня это 3 степени рекомендаций от точно понравится до может очень круто зайти до просто что-то непонятное. И я очень удивился, что мне буквально за 2 недели первые в музыке оно обнаружил практически все треки, которые у меня были в полайканном плейлисте в Гугле. Это прям что-то невообразимое было.
Ты был в разных многих местах, городах, странах, там, хоть на танкере, хоть вместе там с Grid Dynamics. Где тебе понравилось больше всего и почему? Помимо того, что я очень, на самом деле, люблю Питер, мне очень понравился Сан-Франциско. Он может быть шумный, наверное, и местами очень про деньги, потому что он реально очень дорогой и очень коммерциализированный. Но сама по себе Калифорния мне безумно понравилась именно как место для жизни. Мне очень понравилась Грузия, но я там просто был как турист. И так, и что же мне еще может быть понравилось? Амстердам, на самом деле, очень красивый, очень приятный, очень... Не знаю, если выбирать, куда еще можно переехать, я бы, наверное, думал между Амстердамом и Сан-Франциско. В Москве тебе комфортно? Привыкаю. А какие вот для тебя, как, ну, я уже могу по тону твоих ответов понять, что тебе в Питере нравилось больше, чем в Москве? Потому что Питер все-таки прям дом-дом, а Москва это что такое инородное. Но вот все-таки что в Москве не так по сравнению с Питером? Шаверма была вкуснее, чем шаурма. На самом деле, у меня девушка из Москвы, поэтому долгое время, пока мы жили в Питере, мы как раз-таки подшучивали друг на другом, что вот я говорил, что Питер лучше, она, что Москва лучше. Это просто, видимо, в ментальность мою въелось. И теперь, когда я приезжаю в Москву, мне хочется просто из принципа говорить, что вот здесь вот Питер был лучше. Я себя периодически на этом ловлю, но ощущение, что я просто из принципа сопротивляюсь скорее. Моя любимая рубрика «Готовим вместе с фронтенд-разработчиком», как раз уж в продолжение темы про шаурму. Умеешь ли ты готовить? Да. Расскажи, пожалуйста, тогда какое-нибудь либо самое странное, самое интересное, вкусное блюдо, которое ты когда-либо готовил, либо какую-нибудь забавную историю про то, как у тебя, например, не получилось какое-то блюдо приготовить. Ну, давай я тебе все разом расскажу, Давай. если хочешь. Самое странное, наверное, было, когда я был на банановозе, мы же буквально возили бананы, я когда сходил на берег, я просто взял с собой ящик этих зеленых бананов. И в паре моих знакомых тогда я просто его принес, сказал, что, ребят, я взял с собой ящик зеленых бананов, я не знаю, что с ним делать. Мы их порезали, пожарили в фритюре, и получились реально очень странные банановые чипсы. Но я не знаю, где достать зеленые бананы, и тем более именно как просто недозрелый продукт, а не как что-то уникальное. Поэтому не могу посоветовать это как прям полноценный рецепт. Можно еще буквально ремарку? Я просто очень много говорим про банановоз сегодня. Да. Мне очень интересно, как он выглядит. Снаружи он выглядит как обычный такой грузовой корабль. У него Бананы внутри или они сверху лежат? бананы внутри. Это, ну, представьте, вот реально, как холодильник положили на спинку, построили вокруг него корабль. У него открывающиеся крышки, в которые помещались эти коробки с бананами. Внутри это реально холодильник, там дует ветер, туда надо спускаться Куртки. в парках, да, действительно таких холодных. Ну, потому что там просто холодно, откровенно. Там дует сильный ветер, который может реально снести человека. И просто реально деревянный настил, на котором лежат эти ящики с бананами. Я понял. Окей, ладно, все хорошо, супер, бананы. Да. Давай дальше. Да, самое странное, ну это про готовку, но не совсем про еду. У меня есть легкая фобия гейзерных кофеварок, потому что однажды, когда я готовил себе в такой кофе, у нее одновременно забился клапан, и я перелил воды. Возможно, я еще и как-то кофе слишком сильно спрессовал, но я ее ставлю, проходит какое-то время, и она начинает исторгать из себя кофе во все стороны. Я думал, что ладно, я, может быть, кухню отмою, но нет. Мне пришлось перекрашивать кухню и половину прихожей, В потому что... цвет кофе? Нет, наоборот, потому что как раз-таки залило кофе стены, и пришлось перекрашивать их, потому что кофе настолько въелось в стену, что его невозможно было вымыть как-то. Мне чудовищно страшно теперь, каждый раз, как я вижу эту гейзерную кофеварку, мне хочется спрятаться. Я не шучу. Ты Вот. купил другую кофеварку, наверное. Нет, я просто какое-то Страдаешь, время но ей не варишь. пользовался. Нет, я никогда в жизни, наверное, трогать их больше не буду. Мне реально очень страшно, когда я вижу, что это происходит. Я это перебарываю, но тем не менее сам факт. А насчет готовки чего-то просто вкусного, я честно скажу, что я прям люблю готовить. Я люблю каналы, которые разбирают, как это вообще работает на молекулярном уровне, что там, допустим, в яичном белке есть какой-то хитрый белок, который связывает одновременно жирное и нежирное, что у нас вкусовые рецепторы воспринимают вещи, которые растворены либо в воде, либо в спирте, либо в масле, что сами по себе вкусы у нас не ощущаются. Собственно, в чем прикол, что у нас выделяется слюна, слюна что-то растворяет, дальше у нас есть рецепторы, которые реагируют на что-то растворенное в слюне, как в водной основе. У нас есть изысканные вкусы вин, которые чувствуются только в алкоголе, потому что алкоголь другой растворитель. И нам так нравится жирная пища, потому что именно в жирах, в
в этом масле можно растворить новые дополнительные вкусы, которые просто так невозможно почувствовать. И у нас вот три основных растворителя. Так. Ну, еще теоретически можно какие-то там, не знаю, в керосине попробовать растворить, будет отдельный вкус, но это не очень полезно. И я, на самом деле, очень люблю делать пасту болоньезе. Как варить макароны и так далее, я не буду рассказывать. Смысл в следующем, что берется отдельно жарится до немножечко хрустящей корочки фарш, обычно говяжий. Корочка важна, потому что она раскладывает сложные белки на более простые, которые более приятно растворять, потому что оказывается, что у нас чем проще белки, тем желудку приятнее, на самом деле. Длинные какие-то молекулы, очень трудно ему разрезать. И вкус ощущается приятнее именно из-за этого. Туда же идет пожаренный в оливковом масле лук и морковка. Морковка дает естественную сладость, а лук, взаимодействуя с мясом, создает вкус умами. Он, по-моему, как раз-таки порождает улучшитель вкуса, как у нас... Глютамат? Да, глютамат натрия. По-моему, как раз лук взаимодействия с мясом создает глутамат натрия. Но, кстати, очень неудачный был перевод, почему все его боятся. Потому что у нас он переведен как усилитель вкуса, кажется, что это что-то ненастоящее. Но изначально вкус умами был пятым, новым. И в оригинале это было именно обогатитель вкуса. Потому что он добавлял новый вкус умами ко всем нашим четырем стандартным. И его позиционировали именно как... пятый вкус, который появляется у человека в процессе еды. На самом деле он абсолютно натуральный. Собственно, делается фарш, туда же насыпается уже пожаренный лук, в котором разложились сложные белки, которые как раз-таки вызывают эту горечь. Туда же добавляется морковка, добавляется немножечко вина, которое испаряется, оно оставляет то самое небольшое количество вина, которое дает, то самое количество спирта, которое дает еще дополнительный спиртовой вкус. Это все потом тушится, можно увидеть, как появляется... оливковое масло, которое выделяется. Дальше варится макарон. Самое главное, не добавлять никакого масла, ни оливкового, ни растительного, ни подсолнечного, ни сливочного. Потому что в процессе варки у нас появляются условно маленькие поры внутри пасты. Когда мы насыпаем это поверх пасты наш соус, он забивается в эти все поры. Если мы сначала покрываем это все растительным или сливочным маслом, то эти поры забиваются сами, и паста не насыщается вкусом. Я в свое время с удивлением узнал, что разные виды пасты существуют для того, чтобы они по-разному на себе набирали как раз-таки там, что-то лучше для сливочного соуса, что-то для сырного. Те же самые дырочки в этих спиральках нужны для того, чтобы туда соус набивался тоже. Я говорю, я люблю готовить, я люблю вот эту вот всю молекулярную, химическую, физическую основу, это очень круто. Твоя девушка, наверное, в восторге. Да, ей очень нравится. Вот, на самом деле, это занимает буквально час, ты крутишься, у тебя руки заняты, ты головой не думаешь. Голова думает о чем-то своем, и в процессе могут даже какие-то классные мысли рождаться. Вот, в итоге, ну, осталось пармезаном посыпать и готово. Напоследок, мой гость дает какой-нибудь совет моей аудитории. Это может быть что-то более техническое или что-то более абстрактное. Что ты можешь посоветовать? Будьте любопытны. Просто будьте любопытны. Если вы чего-то не понимаете, то попробуйте понять. Интересно. Да, если вот человек, он любопытный, но при этом он не готов прикладывать усилий, чтобы удовлетворить любопытство. Что ему делать? Есть совет Артемия Лебедева, как себя мотивировать. Как себя мотивировать? Да никак, оставайтесь в жопе. Вот это... такая очень простая мотивация, что сделать, чтобы себя замотивировать. Бывают разные ситуации, когда людям действительно тяжело, когда они пытаются преодолеть кризис. Может быть, если действительно есть какой-то кризис, есть какая-то тяжесть, то стоит просто сходить к психологу, и правда. Но в целом это просто перебарывается, это вопрос привычки. Если найти что-то, что будет драйвить, увлекать несколько месяцев хотя бы, то привычка может выработаться, и дальше она перенесется на все остальное. Круто. Наверное, вот так. Круто. Спасибо большое тебе, что пришел. Тебе спасибо, что пригласил. Напоследок, как всегда, осталось посоветовать всем подписаться на данный подкаст в SoundCloud, YouTube, iTunes и так далее. И Яндекс.Музыки. И Яндекс.Музыки, точно, он же там тоже есть. Если вы этого еще не сделали и слышите этот выпуск каким-то случайным образом в первый раз, также вступайте во все наши группы в социальных сетях. И если вам нравится то, что я делаю, поддерживайте меня на Патреоне или можно просто держать за меня кулачки. Мы продолжаем показывать человеческую сторону фронтенда не только. Услышимся либо через неделю, либо через 2 недели. Мы вроде вышли снова на привычный темп. Всем пока! Пока!